Всем привет! Вы на канале нашей Житва Америки. New Life is My Life. Мы сегодня в Костко бизнес-центр. Ну, мы здесь, на самом деле, по дорожке просто. Мы приехали забирать папины очки. Мы едем забирать очки, а в Костко заскочили, потому что нам надо купить пару... Дети, не отставайся. Пару каких-то вещей, которые мы... Вещей, которые мы не докупили. Ну и, в общем, она по дороге, мы сюда не так часто ездим. А есть какие-то, сейлики и какие-то вещи, которые мы покупаем только здесь, поэтому присоединяйтесь. Бумиберы, где? Ну, они вот так, не в упаковке, их там, как я понимаю, нет. А что коробка такая маленькая? Мне казалось, там коробка больше. Нет, я же тебе не говорю, Зай. Короче, вот такие бумиберы сегодня. Может быть, простых купить бумиберы? Они, наверное, там дальше. Короче, эти у нас стоят что? 1 килограмм 5,29. А здесь у нас 6 ЛБ 8,99. Берем это. Вот за такую цену. Так, и еще берем вот такие вот фруктовые снеки, но это, грубо говоря, те же гумиберы, на ценнике почему-то написано, что это типа фруктовые снеки. Цена 11 минус 3 сейли. Ну, на самом деле, они как... Разворачивайтесь туда. Они как фруктовые гумиберы. Казанул, блин, фруктовые гумиберы. Короче, они как гумиберы, только на основе чего там, каких-то натуральных фруктов. В общем, посмотрим на распаковке, что там в них входит. Ну, они вот вкусненькие, кисленькие. У них немного другой вкус, немного другая консистенция. И поэтому, в общем, для микса очень хорошо. Так, сейчас мы выдвигаемся за напитком. Еще мы что хотим? Бургеры. И посмотреть какую-то курицу. Так, напиток будем брать либо айс, либо не айс. Мы будем брать какой-то газированный. Вон он айс стоит. Вон мы видим айс. И рядом будет, и вот рядом фирма. Айс, прямо очень много видов, я смотрю. Так, айс сегодня у нас стоит 10,99, 3 доллара на него сейл. И он, смотри, аж на трех видов каких-то. И Киркланд у нас стоит вот такой, как мы брали, 8,99. Что мы будем брать? Ну, решайте вы, хорошо. Сейчас Катаринка будет решать. Ты такой вот сейчас хочешь, Катарина, да, или айс? Смотри, отработано? Все, ребенок выбрал, давай я сам поставлю. В общем, ребенок выбрал айс, не айс, а Киркланд. Вот. А так как это, скажем так, продукт Катаринки, то и она его выбирает, да. Это она у нас по этому напитку больше работает, она у нас его открывала для семьи, да? По большому счету. Да, счёту. Катарина хотела, но поэтому купили, она выбирает. Постоянно покупать. Так, и сейчас берем... Такой вот за 4,29. Вот такой вот сачок. Антоша, зайка. Опа! Короче, вот такой ананасный сок. Так, сейчас идем за бургерами. Потому что это просто холодильник. Нам нужны какие бургеры? Белые или красные? И вот, кстати, грудка. Красные бургеры вот. 17,79? Два берем или один? Один. Так. Берем один бургер. Опа. Такой вот замечательный. Так. Сюда идет. За сколько мы грудку взяли? Не помнишь в Sam's Club? 14,49. Надо будет проверить. Просто очень интересно. Сейчас берем вот такой сухой корм. Сухой корм, который стоит 6,79, на сегодня 4,69. Так, и идем вот, наверное, в следующей палете. Да? Да. Да? Да-да? Катарина, как ты думаешь, что мы будем с этим делать? Оригинальная цена 12,99, сегодня 8,99. Выбирай коробку, которая больше, Катарина. Какую? Шучу.
Найка, я шучу, бери. Надо же больше взять, больше лучше. Катерина чудная. Папа, пошути. В общем, это сырные макароны. Это будет хорошо. Так, и сейчас мы еще пойдем посмотрим средства для волос по просьбе одного из подписчиков. Так, я, если честно говоря, слышал, чесал. Представляю, где здесь бытовая химия. Мне кажется, мне за другую сторону. Да, это, наверное, в том конце. Ну, пойдем. В общем, идем туда и там посмотрим. Нашли сегодня вот такой интересный хлеб. Да, мы сейчас его покупать не будем, мы в другой раз. Потому что у нас целая упаковка хлеба есть. Покажи вам черный. Как тут открыть он. Ну, ковырянин красивый. Он очень достаточно черный. И вот, смотри, он есть. Написано на нем, что 2LB, да? Да, 2LB, значит, это он. И, в общем, у него цена такая вот интересная, 2,99. Что на нем еще написано? Калифорния, холестерол 3, нотранс. Ну, в общем, его надо попробовать, какой-то интересный хлеб. Да? Но сегодня не берем. Сегодня мы берем с собой в Вегас вот такие булки, чтобы делать бутерброды в дороге. Такой набор, 12 булок, 2,39. И все-таки идем посмотрим средства для волос. За 5,29, и как это все не собрать. А что это такое за липстики? А, паста и щетка. Блин. Зай, ну это комплект, вижу, как Антоша с собой, да, берет, когда в гости идет. Сложено. Зубные щетки сколько? 5,29? 8 штук. 8 штук. Ну это такие, типа, no brand. Да, я не увидела. Обыкновенные, просто. В общем, то средство, которое мы искали, мы не нашли. Его здесь нет. Ну мы, Сереж, еще туда вперед пройдем, но я здесь... Пройдем, но оно, видимо, продается только в той костке. Здесь этого средства нет. А, ну вот, смотри, шампуни какие-то, кондиционеры. Ну, уже так, здесь. Ну так мы же и видели их, кстати. Мы же только что проходили. В общем, того средства для волос здесь нет, а только в обычной костке. Я думаю, что просто с моим подписчиком перепутал, скорее всего. Ну или он думал, что оно здесь есть. Вот такие щетки мы покупали. Смотри, вот эти вот косые мы покупали по $9 в Sam's Club. Ну что, все? Идем на кассу. Барабасу. Вот здесь очень удобно, можно показать Fish Oil. 15,97. Вот такая банка. Ну, на кассу. Еще хочу снять цену на батареечки. Вот тут Duracell. Вся линейка, можно сказать, представлена. Здесь есть тонкие пальчики, LR3, LR6 толстые пальчики, D14 и, наверное, D20. Я видел, крона есть. В общем, цены следующие. Вот давайте я вам покажу сейчас приближу. Там на ценнике даже можно увидеть цену за одну штуку. Вот, посмотрите, кому интересно. Так. И на большие батарейки, вот здесь вот на кроны, на 14. Вот так вот, чтобы не отсвечивал. Вот такие вот цены на Duracell. Эти цены сегодня все... А нет, вот здесь с сейликом, $3 сейлика вижу, а там без сейлика. В общем, вот такие цены на батарейки. Микропоход в
в макрокостку закончился. Получилось у нас 73-75. Ну, это был такой, как мы сказали в начале, заход по дороге. Мы едем забирать мои очки. И мы чисто прихватили пару каких-то позиций, которые по скидочке и которые нам понадобятся, например. Ну, допустим, вот красных бургеров в нашей костке почему-то нет уже. Да, почему-то, интересно, они пропали. А у нас старшие очень любят. Ну, и старшие тоже любят, да. Но старших легче заставить съесть рыбу в простом виде. А мне трудно ездить на работу без гумиберов. А в Вегас нам надо напитки и булки. Ну, вот и вся костка. Поэтому всем спасибо, кто был с нами. Всем пока-пока. За лайки благодарим. Подписывайтесь на наш канал. И увидимся в новом влоге. Пока-пока. Бай-бай.